Всем привет, people! С вами Йорн, и сегодня мы продолжаем лютый призыв, и мы находимся на аккаунте подписчика Коляна. И когда я ему задал ключевой вопрос, куда движемся, кого собираем, он сказал, все на твое усмотрение. Но я просто так не могу, соответственно, я хочу получить максимальный профит от призыва, чтобы дальше человек комфортно играл. А то можно собрать всякую билиберду. Поэтому я решил, что кристаллы 116 тысяч, просто капец, очень много, мы будем открывать в последнюю очередь, так же как астрокарты, фракционные свитки и фиолетовые карты в круг. А вот простые свитки, 350 штук, сердца и еще наши замечательные фиолетовые шарды, 20 героев, мы откроем сразу. И после этого сделаем анализ героев повторно и примем решение, куда дальше будем двигаться. Возможно, даже мы кристаллы потратим на астрозал, а не только астрокарты, потому что у него Аталия Мифик Плюс, и еще одну копию он скоро купит с турнирного магазина, и останется 3, может быть пару раз крутанем на Аталию, ну или просто выберем твинов, потому что твины это одна из самых главных составляющих в более поздней игре, так же как и Рован. Все пачки строятся от этих двух героев. В общем, смотрите видео до конца, оно будет длинным, ну а если хотите что-то вкусненького перекусить, желаю вам приятного аппетита, просто поставьте на паузу, налейте себе, наложите всего там вкусненького и смотрите до конца. Ну и не забываем про подписку, а также прожимать колокольчик уведомлений и ставить лайки. Лайки мотивируют. Ну а теперь приступаем к открытию шардов, а потом будем анализировать героев, вообще кто у него тут есть. Шарды. Открываем по 10. Первая десятка. Ух ты, офигеть, вы смотрите, 3 шемки упало. Но список желаний на шарды никак не влияет, здесь полный рандом. Также упало 2 копии Нары, Фокс, 2 Ульмуса. Смотрите, сколько дублей, да? Даже трипл был. Эйрон, вообще нету кормовых героев. Блин, божественная десятка прям выпала. Так, первая копия нашей замечательной магички ближнего боя Сатраны, но я ее не сильно люблю. Также упал Люций, Тайдус, Сатрана, Эйрон, вторая копия, отлично, Райна, так себе, Немора, причем Райны 2 упало и Тайдус. Неплохо, шардов так вальнуло, что могу сказать, давайте прокачаем героев. Быстро покажу вам таверну знати и список желаний, вот так вот он заполнил, такие вот приоритеты. И теперь переходим и оцениваем героев. Фракция носителей света. Белинда собрана. Ну, тут солянка. И, кстати, он попросил вне видео поменять ему фракцию на шмотках. Ну, как я посчитаю нужным. Помогу человеку. Мне не сложно. Так, Люций Мифик Плюс. Тут солянка, только 2 шмотки. И на Люция, получается, все мы собрали. Давайте мы его сразу прокачаем. Прям повезло, что упали копии. Потому что копии не хватало изначально, когда я смотрел. Так, все, белая рамка, отлично. Смотрим дальше. На Розалину надо очень много копий. Она только пока легендарная. Это получается еще 6 копий. На Рована тоже 6 копий надо. И по другим героям солянка. И уже заготовлено 2 кормовых героя. Но по сути можно еще прокачать Райну до легенды плюс. И тоже потом скормить. Это считай тоже очередной кормовой герой. Ну и в принципе все. Что в громилах? Нумису, Скрэк. Смотрите, Нумису качает. Но, блин, я бы не качал, честно. Скрэк хорош только во фракционных башнях и в мидгейме на этапах кампании. Потом он будет уже вам меньше и меньше способствовать прохождению по этапам кампании. Но фракционные башни тащить будет. Неплохой танк. Так, ну Скрэк тоже такой выбор. Брутус особо не прокачан, мифический. И здесь надо на них... Получается, сколько копий? Ну, на Брутуса надо еще 4 копии, по другим героям солянка. И также он начал прокачивать Софушку. Хороший выбор, так же, как и Хасас. Хороший герой. В лесниках Немора на белой рамке. Смотрим, плюс 10, только 1 шмотка. Потом идет Горво. На Горво еще получается, сколько копий надо? 2 штуки. На Тази надо 4 копии и еще одного кормового героя. Кас в зачатках. Ну, надо качать до легенды плюс и потом скармливать. И Эйрон. На Эйрона надо еще, получается, 5 копий. И могилы. Что в могилах? Шемка. Full set, плюс 18. Докачаешь до плюс 20. И пока будет хватать. Ну, этому ему будет хватать. Баден на фарм боссов. И тут солянка шмота. Изабелла. Мифическая плюс. И на нее сколько надо еще копий? На нее надо еще 4 копии. Ну и также
в предпосылках Нара. То есть еще две копии, и Нара тоже можно поднимать на белую рамку. На Фиреля только три копии. Это очень плохо. И, кстати, Шейнку можно уже прокачать до третьей звезды. Еще одна упадет, и будет уже четвертая. Капец, прям фортануло шардов, я в шоке. На Укуна еще три копии, и будет белая рамка. Так же, как и на Аталию. Потому что Аталию, я уже сказал, можно покупать из турнирного магазина. Он там накопил 248 тысяч очков. И в подземных замечательный маг, очень тонкий Хазард и наш замечательный Озоурат. Все, Артура он не собирает. Ну, а тут соточку кристаллов, в принципе, давайте подмахнем, почему бы и нет. Вроде только один новый герой нам упал, если я не ошибаюсь. Нет, еще кто-то есть, давайте сразу заберем, почему бы и нет. Так, сотка кристаллов. Все, все забрали. Ну, а теперь открываем свитки. 350 штук, капец. Ну, места у нас хватает. Там, по-моему, 100 на 200. Так что прокачиваться будем нечасто. Первый фиолет. Можно поздравить с почином. Тайдус. Смотрите, сразу, следом. Обычно промахи идут. Софушка тоже пригодится. Он как раз Софушку качает. Ой, сколько корма здесь будет сегодня вообще? С кормом он точно не обеднеет. Блин, это, конечно, замечательно, но где Рован? Где Фираэль? Где Эйрон? Лика? Я могу так, блин, продолжать и продолжать. Кстати, может быть, здесь я поймаю 4 фиолетовых героя. Меня просто уже закидали этими скринами. Все вытаскивают, я не могу. Причем мне даже показали видео. Наконец-то я точно верю, что такое бывает. Вот, Эйрон наконец-то напросил. Потому что скрины это одно, а когда смотришь видео, ты уже точно веришь, что такое есть. Вот, человек не поленился, записал и мне скинул. Говорит, что очень долго в игру не заходил. Видимо, игра там как-то понимает, что надо ему подкинуть, да, там, дропа. И выдала ему 4 фиолетовых героя. Вурк упал. Крысеныш. Трипл! Наконец-то первый трипл. И кто? Эйрон, смотрите, начал почаще падать. Также Вурк и Грежу. Два ловкача и танк. Следом фиолет. Не всегда так бывает. То есть, смотрите, трипл и сразу фиолетовый герой. Салиса. Так, только не надо на этом останавливаться. Давай еще высыпай. Мы будем не против. И Колян тоже по-любому. Так, Нара. Нарочка тоже пригодится. Дабл. Не заставил себя ждать. Опять Салиса и Торан. Мне кажется, надо остановиться и посмотреть вообще, как ситуация по героям. Да, 150 свитков. По пути прошли, еще получили две фиолетовые карты. Давайте быстренько всех прокачаем. Блин, как я обожаю людей, которые вот так вот, ну, подкупают места и не надо париться. Смотрим. Так, носителях света. Фокс с Рованом тут пока беда. В громилах. Софушка тоже падала. Еще надо три копии. Тайдус упал. В лесниках. Так, на Немора уже можно одну звезду повесить. На Эйрончика 5 копий. Хорошо, продолжай в том же духе. Этот герой ему нужен. И, кстати, он уже его может собрать. В принципе, смотрите. Осталась-то одна копия. Да, одна копия и все. И Эйрон на белой рамке. Круто. Если сейчас он еще упадет, надо его будет убрать из списка. В могилах. Нара. Так, сколько копий на Нару? Тоже одна копия. То есть Эйрон и Нара еще по одной копии. Неплохо. И, кстати, Шемка у него в списке желаний стоит, нет? Нет. Шемки тут нет. Продолжаем. И кто? Лор Санчик уже был. Ушастый заяц. Следом. Замечательно. Гвинет. Хорошая лучница.
Жарит вообще как не в себя. Так, еще 10 свитков. Угу, скрят. Блин, вот почему они этих героев не засовывают в лабиринт? Я бы их собирал. Так, Горво. Пойдет, пойдет. Я уже не помню, сколько там надо Горво. Давайте еще раз взглянем. Так, вот Элит плюс одна копия есть. И еще одну копию. То есть Горво, Эйрон и Нара по одной копии. Ну давайте, упадите, ребят. Блин, Гвинет, прям смотрите, падает и падает. 70 свитков осталось. Ну все, начались промахи. Ну давай, давай. Где второй трипл? Тази, наконец-то. Наконец-то начала падать бабочка. Видимо, кристаллы мы в астрозал не отправим в большом количестве. Вурк. Ладно. И тебе привет. Ну, только не два промаха. Давай, фиолет, напоследок бахни. Нет, капец, два промаха. Ну, ладно. Так, 4 фиолетовые карты, еще сундук на эмблемы красный улетел. Так, не кристаллы, сердца. Давайте сердца откроем. Смотрите, сходу фиолет. Эйрон, отлично. Все, Эйрон собран. Давайте его уберем. Так, а кого мы сюда поставим? Вот, вот в чем вопрос. Давайте посмотрим. Немора собрана. На Горво еще одну копию. Так, кто тут еще у него есть в сборке? Салиса, Лика. И Лурсанчик, да? Салиса, Лика и Лурсанчик, Тайзи и Горво. А почему он Лику сюда не поставил? Ну, странно. Давайте уберем Эйрона и поставим Лику. Почему ее никто не собирает? Сколько на нее копий? Блин, одна копия, жалко даже как-то. Давайте прокачаем. И сердца. Ну, давайте, не подведите. Хотя бы 3-4 фиолетовых героя. Это уже стандарт. Так, второй пошел. Угу, Розалина тоже пойдет. Ну где, где? Че, все что ли? Два фиолета? Ну давай еще. 2-3-то насыпь. Блин, не хватает буквально 6 сердечек, чтобы сделать полноценно. Еще 5 раз. Так, третий фиолет Торан. Тоже хорошо. Даже если качаете звезды, ну, они ему точно лишние не будут. Допустим, 28 один этап, я прошел чисто одним Торном. Что-то я как-то тут перепрыгнул, не понял как. Дабл, офигеть, за сердца дабл. Нара и Оскар. Ну вот, наконец-то упала Нара. То есть, Нару и Эйрона мы собрали. Еще остался один раз Горво, чтобы упал. Так, давайте посмотрим могилы. Так, на Тора на копии точно лишние не будет. Еще две надо, и можем собирать на белую рамку. На Нару все есть. То есть Нару мы убираем и кого-то туда добавляем. Список желаний. Нару. А почему Фирель-то не стоит? Офигеть. Ну, Фара, сам Бог велел тебе сюда встать. Капец. Один из таких как бы востребованных героев в этой игре. Фирель на самом деле. Так, сердец мы больше не получим. И добиваем по одной карте. Я уже по привычке жмаку не на простое, вот, ну, как бы не на пространство вокруг карты, чтобы выйти отсюда, а на стрелочку. Я уже настолько привык, то они так сделают, то они по-другому сковеркают. Эти Lilith Games. Уже даже напрягает порой. Чтобы скорость анимации как-то увеличилась. Офигеть, смотрите, напоследок фиолет упал. Сердец. И это Хазард, герой возвышенный. У него одна копия уже есть.
Конечно, это не приоритетный герой по сборке в игре, ну, потом уже в более поздней, когда вы соберете уже всех возвышенных героев. Но маг сам по себе неплохой, если успеет закинуть ульту на пониженном здоровье команды противника, плюс крита еще и замораживает. Я на него делал обзор на своем канале недавно. В общем, ну неплохо насыпало героев. Давайте прицениваемся, что у нас тут вообще происходит. Фракция носителей света. Очень много корма. Так и не упал нам ровом. Что-то прям как-то печально даже. В громилах Софушка падала и многие другие герои. В лесниках ждем последнюю копию Горво. И в принципе его можно убирать из списка. И также нужна нам Тази, Ликас и Вурсанчик и многие другие. В могилах Нара собрана. На Торна еще надо 2 копии. И на Фирели я бы не отказался тоже выбить 5 копий. Так, ну наверное будем открывать уже кристаллы. Да, давайте потихонечку будем открывать кристаллы. Потому что фракционные свитки, ну блин, я не знаю куда. Тут и в людишек надо открывать. И в лес неплохо было бы. Вот, поэтому мы будем открывать сначала кристаллы. Хотя бы до 50 тысяч, а потом уже определимся. Да, так и поступим. Сразу фиолет. Угу, опять Орсон упал. Или подождите, открыть может быть фракционки, а потом уже подумать. Да, давайте так, наверное, сделаем. Сейчас откроем сначала фракционки в носителе света. Люций уже был. Список желаний он стоит, что ли? Да, мы его собрали. Давайте его отсюда уберем и поставим сюда Хендрика. Да, пусть будет Хендрик. Ну или Фокса как вариант. Нет, давайте на Фокса поменяем, если его там нет в списке желаний. Хендрик потом пригодится. Так, открываем сначала карты в носителе света. Ригби. Помянем вообще лесом этот герой. Белинда. А Рован-то будет? Нет. Или мои надежды убирают последними? Розалина. Уже получше. Ну и давай напоследок Рована, пожалуйста. Опять Белинда. Капец. Ну ладно, давайте я звезду бахнем. Получит 2,5% по характеристикам. Так, что-то как-то прям удручающе, если честно. Ну ладно, продолжаем носители света. Первая десятка. Дабл, отлично. Гвинет и Розалина. Может быть и трипл будет здесь сегодня. Нам бы хотя бы ровно до мифика плюс собрать. Это уже будет успех. Но эта собака так и не падает. Но где Рован-то? Одна копия хотя бы. Упади, пожалуйста. Опять Гвинет. Я офигею вообще. Прям везуха они на этого героя. Так, Рован. Дружище, не хочешь ты падать вообще? Да. А надо 2 копии. Давайте его сюда, может, поставим. Может, упадет так. Но есть. Я не знаю, как это назвать. Вот это правда или неправда, что ты туда ставишь и ровно начинает падать. Но уже каждый раз в этом убеждаюсь, что так надо именно так и делать. Капец. Ну давай, Раванчелло, упади. Еще одну копию хотя бы. Да забей вообще.
Да. Так, и еще одна карта в носителе света. Ну, Рован, давай, приди, пожалуйста. Белинда снова, да? Вообще. Я в шоке. Ладно. Давайте посмотрим, что по героям. Ну, Рован, это понятно. Я вот все в небесных. Кого здесь крутить? Укуна собирать. Ну, он его может потихонечку покупать с лабиринта, и все равно рано или поздно он его соберет. Можно, конечно, крутануть. Ну, я бы не крутил в Астрозале, честно, этих героев. Здесь надо крутить твинов. Их мы крутить и будем. А потом вернемся к кристаллам. Потому что, ну... Короче, хочу сделать небольшую паузу. Первая десятка. Так, фиолетовая карта. Два промаха. Где твины-то? Ребята! Я офигею. Ладно, давайте побольше раскручивать, прям вот так. Ну, наконец-то! Первая копия. С почином, Колян. И еще две фиолетовые карты. Угу. Так, так, так. Что бы сделать-то? Да, одна копия, это, конечно, капец. Ну, Укуна можно покупать? Покупать. То есть, рано или поздно собрать. Аталию тоже можно покупать. Твинов покупать нельзя, поэтому нет. Все-таки я за то, чтобы их дальше крутить. Эти герои нужны будут потом вообще. Они постоянно, я беру постоянно наемникам твинов. Ну, блин, спасибо. Можно было и побольше копий дать-то за столько свитков. Игра, ты давать твинов-то будешь? 120 было свитков так-то, Астра. Ну вот, наконец-то, третья копия. Четвертая-то упадет. Блин, посох, так и не упали. Ну, давайте еще пятак крутанем. Кристаллов уже. Я офигею. Сколько копий? Пока только 3. Еще надо одну копию на ровно хотя бы. Ой, хочется и сюда подкрывать. Ну, давайте еще одну копию вытаскиваем и все. Не хочет падать, короче, вообще никак. Капец. Давайте просто тыкнем вот так. Я в шоке вообще. Ну все, наконец-то упало. Я думаю, на этом надо заканчивать и делать уже призывы за 2700. Еще кучу карт. Давайте откроем. В лес. Ульмус. Два корма с креат. И в могилы. Грежул и Кильтур. Капец. Откроем эту карту в носителе света. Фокс. Да блин, где этот заколдованный Рован-то? Почему он не падает? Так, ладно. Продолжаем за 2700 крутить. Рован, ну давай, приходи, пожалуйста, дружище. Блин, я даже как-то расстроен. Почему с такого количества свитков? Ну, нападало много хороших героев, но вот те, которые нужны, они не падают. Тази, уже хоть что-то. И давайте здесь поменяем на ровно. Вдруг это сработает. Так, Рован. И еще 2700. Горво, последняя копия. Давайте мы его сразу прокачаем. Да. Твины. Так, и наш замечательный Горво. Угу. Еще можно, конечно, прокачать Эйрона, но тут надо
докачать кормового героя. Лика. Ну не хочет не падать. Не хочет этот грибочек падать вообще. Столько ресурсов и одна копия Рована, вообще забей. Угу. Мы тебе рады. Привет, Изольд. Фирель наконец-то он начал тоже падать. Следом Фирель. Снова, да? Давай. Торан. Отлично, он тоже нужен. А теперь очередь Рована. Рован, упади. Угу. София. Ну давайте туда, посыл. Выпадай. Это бред, конечно, полный. Зашаманим игру извне. Да, вот так вот даже, да? Смотрите, Мизот упал. Трипл, наконец-то, блин. Ну чё, здесь будет Рован? Нет? Ну пожалуйста. Один, Скриат и Софушка. Ну, в принципе, хорошие герои. Ничего здесь сказать не могу. Прям отличные. Они нужны тоже. Опять Горво. А мы его из списка, что ли, не убрали? Да, я его забыл. Сорян. Это уже мой косяк. Кого? Да я бы Ирона сюда поставил. Даже если звезды ему качать, тоже зайдет. Так... Потому что танк у него есть один. Упор он прям в лесников делать точно не будет. На танков. А Салиса там стоит. Да, Салиса, Урсанчик, Тази и Лика. Так, стоп, давайте мы сначала вознесем всех героев. Откроем фиолетовые карты опять носители света. Может, нам повезет. Я просто хочу... Я прям хотел ему еще твинов добить хотя бы до мифика. Но, видимо, это нереально сделать. Что-то прямо астрокарты подвели. Я ожидал, что будет лучше, честно. Кому как везет. Райна. Помянем. Розалина. Привет, девчонка. И продолжаем 2700. Ну, он должен просто упасть. Обязан. Последняя копия. Это что за издевательство? Лика снова. Я в шоке. Я в шоке вообще. Почему он не падает-то? Капец. И два промаха. Осталось 7500. Предпоследний призыв. София. Я вот прям расстроен. Но если сейчас не упадет, это капец будет. Эйрона снова вытащил. И еще одна карта. Ну давай, вот что упадет. Ну, Рован, давай. Хендрик, конечно. Капец. Я херею. Друзья, я очень сильно расстроен этим призывом, честно. Хотел прям, ну, чтобы было лучше, но что-то прям не везет. Не везет. Что-то на этом аккаунте какая-то прям непруха наровно. Но такое бывает. Ну, давайте оценим. Что у нас с Розалиной? На Розалину надо еще, получается, две копии. Можно собирать на белую рамку. Наровно нам так и не хватило одной копии, чтобы потом его докачать до мифика плюс. На Тейна вроде копии тоже падали, или я ошибаюсь. Нет, Тейн как был легендарный, так и остался. Очень много корма. На Фокса копии есть, на Хендрика копии есть. На Гвинет падали копии. В общем, падали все, кому не лень, но только не Рован в этой фракции. И на Райну целых 6 копий. Райна целых 6
долбанных копий. Капец. В громилах на Брутуса копии вообще не падали. Вы говорите, кому-то падает, кому-то нет. Здесь Колян вообще не падает. Капец. Ну я злой, прям злой. Я думаю, вы чувствуете по голосу. На Софушку нападали копии, можно поднимать до белой рамки. Это очень хороший маг. Советую прокачать третьим героем. На Хасаса копии вообще не падали. Также падали копии на Скриата, на Антадру, на Тайдуса и на Вурка. В лесниках. Тази нам упала, по-моему, два раза всего. Надо еще две копии. На Лику копии падали, три штуки есть. Эйрона можно собрать уже и прокачать на одну звезду. Как раз таки я бы сейчас это и сделал на самом деле. Потому что герой заслуживает прокачки на плюс 30 однозначно. Также падала Солиса, а теперь давайте посчитаем копии. На Солису 2, на Урсанчика 4, а нет, на Урсанчика 3. Горво прокачали. Ульмус здесь не падал. Ну и в магии рожденных. Фирель до легенды плюс. Можно, в принципе, после того, когда соберется Нара и постепенно будет уже прокачиваться Торрен, на него не хватает одной копии, можно потом уже собирать Фиреля до мифика плюс. Или даже можно, знаете, как сделать? Можно уже собирать Фиреля до мифика плюс, а потом Нару и Торрена. Но если нужны слезки для прокачки древнего дерева, то, конечно, надо собрать тех героев, которых можно первыми собрать до белой рамки. А это как раз-таки Нара и в перспективе Торрен, потому что на Фиреля надо еще 4 копии. И в небесных твины 4 копии, легенда. И надеюсь, что в дальнейшем, когда он будет копить кристаллы, он их все-таки соберет до белой рамки. Я прямо ему желаю большой-большой удачи. И в подземных упал Мизот, а также Хазард. В общем, блин, не густо, честно. Ладно, на этой ноте мы будем заканчивать. И, наверное, посмотрим, еще шарды можем докупить. Да, шарды докупим, их быстро откроем и все. 4 раза купили. Может быть, здесь упадет. Ну, я прям буду рад. 4 штуки. Тази. Отлично. Еще одна копия, и можно качать на белую рамку. И Изабелла тоже пригодится. 2 кормовых героя. Но Рован так и не упал. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео, друзья. Пока-пока.